А вот и медведи. Ой-ой-ой. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами Гидеон, и я рад вас приветствовать в шестой части моих страстей по Far Cry. Мы продолжаем отвоевывать остров и изучать самые потаенные его уголки. Для начала я хочу сменить мою винтовочку с глушителем на новую винтовочку под названием STG-90. Ну что же, так, посмотрим, что у нее можно изменить. Ну да, совсем чуть-чуть, и я думаю, именно это мы и сделаем. А, у нас только один обвес можно сделать. Ну, коллиматорный прицел, я думаю, будет нам только точность. И... О, сельва. Смотрите, какой синий цвет. Мне нравится. Давайте возьмем сельву. И экипируемся. Так, ну что же. У этой винтовки не так уж и много боеприпасов. Но зато она должна быть довольно мощной. Но мы это проверим, конечно же, в стычке с нашими злодейскими злодеями. Отправимся мы для начала... Отправимся мы к аванпосту под названием Судоремонтный Доки Мо. Что же, садимся в нашу машинку и отправляемся. Так, нам стоит развернуться и поехать по этой дороге только вниз. Да, я видел, там есть... О, свинья! Ух, чуть свинью не задавил. Кошмар какой. Что ж тут было-то? Свинья какая-то. А я доберусь ли по этой дороге туда, куда мне нужно? Что-то мне подсказывает, что не очень. Да, доберусь. Но мне лучше прямо сейчас спуститься вниз. Надо сделать это как-то аккуратно. Но что-то мне боязно спрыгивать с обрыва, поэтому я для начала проверю, что там. Ох ты, ничего себе. А аванпост у нас там. Давайте-ка посмотрим, где моя снайперская винтовка. И я не вижу, все размыто. Но аванпост должен быть там. Почему опять галочка убралась? Я не понимаю. Все, ставим галочку. Нет, аванпост не там, аванпост вон там. Но я думаю, это как раз тот момент, где мне лучше... Что? Правильно. Использовать свой волшебный парашют! Ух! И мы полетели. Прямо к аванпосту. Надеюсь, по пути встретить, конечно, какую-нибудь машинку. Интересно, там есть машинка? Я там вижу каких-то людей. Это вроде свои. Ага, может быть, вон там есть какая-то машинка, я вижу. Вон там вот у нас С, раскрыть парашют. Скрываем парашют. Отлично. Ой-ой-ой, это злодеи. Это злодеи, злодеи. Почему? Ты упал, псих. Тихо. Тихо, злодеи меня пока не увидели. Давайте-ка разберемся с ними весело. Или жестко. Или жестко и весело. Только жестко и весело. Ну чё, ребят. Сделаем бум. Так, они меня увидели. Ну что ж, хватит скрываться. Вперед в бой. Давайте, у тебя нет шанса. Сначала ослабить противника, а потом добить его. Ух ты, гранатку в меня кинули. Ах вы уроды. Не сметь кидать гранаты в Джейсона. Так, а кто там сверху? Сейчас мы вас всех отстреляем. Готов. Ты, сколько же вас тут, елки-палки. Вы что, с аванпоста, что ли, прибежали? Или я прям на него приземлился? А хороший магазин-то, большой, объемный. Сколько там людей-то, елки-палки. Ну-ка, иди сюда.
Иди сюда, иди сюда. Ай! Где же вы тут? Не вижу. Ну? Где ты? Где вы? А, вот ты где. Готов. Готов. И еще один паренек. Где-то здесь. Yes! Готов. Фух. Ну не знаю, что тут за база была. Но я разделался с ними. Так. Ну теперь пойдем. Захватим аванпост. Где он тут? Должен быть уже близко. Тут дорога какая-то. О, да они тут грабанули людей хороших. Ну вот за это и поплатились. Хороший автомат, мне нравится. Действительно хороший. Так. Куда-то туда, главное... А, вот черный дым, вижу. Все в порядке. Значит, я уже совсем близко. Ух ты, главное, главное не переборщить. Что-то мне казалось, что я такой аванпост уже забирал. На берегу реки. Я тоже переплывал. Помню, много бадхёрта было с ним. Не понравился он мне. Хм. Ну что же, кого мы видим? За пулеметом чувак. И там чувак. И с биноклем парень. Но я не вижу снайпера. Возможно, нам удастся залезть на снайперскую вышку и оттуда поработать. Главное не нарваться на кого-нибудь по пути. Ну что же, надо думать, как нам с ними разбираться. Я попробую сейчас выполнить самое сложное для меня. Это тихо пробраться, перебить всех ножом. Ну или спецприемами. И для начала еще и выключить сигналку. Куда взобраться-то? Куда ты взобраться хочешь, парень? Да, ух ты! Здесь еще двое обычных. И я думаю, конечно, в домике кто-то должен быть. Потому что в домике всегда кто-то есть. Как это место стало таким? Представь, как тут растет. Ух ты, в домике-то никого нет. Ух ты! Так. Вижу еще одного. Так, что-то их многовато здесь. А наверху кто, свои, что ли? Тоже чужие. Обалдеть. Вот это да. Вот это их тут многовато. Конечно же. Ну, даже не знаю. Во-первых, тут есть сигналка. Можно ее отключить. Так, двоих мы убили. Но они увидели меня. Мы отключили всю сигналку. Отлично. Меня почти заметили. Кто меня заметил, я даже не понимаю. Ух ты! Так, быстро, работаем быстро. Есть. Фу. Так, ну, главное, сигналку мы выключили. А с этими ребятами мы разберемся. Ух ты, да они прям видят, что я в них не целюсь. Ну вот, конечно, убил тех двоих по-тихому. Расплачивайся теперь. Че, ребят, хотели вызвать подмогу, да не получится, я все выключу. Чё ты не стреляешь-то? Ай. Слабый, слабый, очень слабый, конечно. Автомат. Действительно. Тут ничего не скажешь, граната. Граната надо уходить. Как советовали нам. Я возьму дробовик. Бык. Проверим его на дальней дистанции. Слабоват. Слабоват, конечно. Ну что же, мы захватили аванпостик. Без лишних свидетелей, так сказать. Никого сюда не притащили они. А
Аванпост был захвачен. Нормально, я считаю. Кстати, здесь есть какая-то гоночка. Давайте посмотрим, что это за гоночка. Бросаешь вызов? Ну, давай. Давай уже. Эксперт. Конечно, эксперт. Сейчас посмотрим, что там на эксперте. Что-то у меня денег нет, нифига. А, вот что. Погнали. Давай, 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 давай. Езжай, езжай. Что ж ты такой тугой? Тут чисто пока сядешь на него, уже... уже тратится время. Самое-самое драгоценное время. Причем с этими гонками непонятно. Вот я выбираю эксперт. Еду вроде все. Ну как еще можно лучше? И все равно как-то получается, что не хватает мне времени, не достаю. Причем с теми же самыми птицами, там достаточно 14 птиц укокошить, чтобы там получить эксперта. Странно все это. Воу, клево. Но это гоночка на воде. А гоночка на воде — это что-то интересное. И вообще мне нравится. Главное — скорость не терять. Как я вот сейчас это сделал. Потерял скорость. Ну что же, еще один трамплин. Уху! Yes! Давай, давай, давай. Давай же. Давай, почему ты не едешь? Ой. Просто взял и тормознул. Почему, непонятно. Видимо, как-то скорость сбрасывается от удара или что-то еще. Или что-то не понравилось. У меня 10 секунд, а я, конечно, опять не успеваю. Совсем чуть-чуть. Последний чекпоинт. Чуть-чуть не успеваю, да. Ну, ладно, бог с ним. Главное, что мы дошли до конца гоночки, посмотрели ее всю, а большего и не нужно. Все остальное вы можете сделать сами, зайдя в игру. Оставляю вам простор для фантазии. Ну что ж, а теперь нам нужно отправляться дальше. Никакая миссия, видимо, нам не открылась здесь, кроме, конечно же, бессмысленного и бесполезного убийства наемников. Вот об этом я говорю. А поэтому мы отправимся сейчас к следующему аванпосту, который называется «Склад у сухой пальмы». Я думаю, нам стоит... Да нет, здесь по дороге, конечно, проще добраться, действительно. Я возьму джипик с пулеметом, потому что отстреливаться нам, видимо, придется частенько. Уколимся. Отлично. Хорошее снадобье. Надо бы ему его запатентовать. Что случилось? Давайте выйдем, посмотрим. Чё как? Чё делаешь? А, в мусоре копаешься посреди шоссе пустынного. Ну, обычное дело. Вы тут часто так развлекаетесь, я так чувствую, да? Да, темнеет уже. О, опять в мусоре кто-то копается. Любят они в мусоре копаться, это вот точно. Не отнять у них. Так, я чувствую, не туда еду. Что-то мне подсказывает, что... А, нет, все. Все нормально. Все нормально, едем туда. Здесь кто у нас? Это еще свои. Ой, дорога. Дорога, конечно, куда-то ведет нас вверх. Так, нет, сюда нам не надо. Едем дальше. Там вижу опять желтую... Нет, это цветочек. Я думал, это наемничек в желтой форме. Но нет, это желтый цветочек. Вон сколько там синеньких листочков. Так, аванпост, аванпост. Вроде туда. О, ну-ка... Похоже, что это... Кто это? Я не знаю, кто это, но граната вылетела сама. Что? Это камень был? Я камень кинул, мне показалось, что я гранату кинул. Нет, это были свои. Это было неожиданно. Я нажал, хотел нажать четверку, нажал на Т. Потом подумал, что вообще гранату кинул. Так, куда мы едем? Все нормально, едем, там поворот направо у нас будет. Главное запомнить дорогу. Так, там тоже какая-то машина. Неужели это все наши? Как-то они далеко забрались.
вот этот поворот направо, который мне нужен? Или нет? Прошу прощения за частое прибегание к карте. Оно явно надоедает, но что поделать. Дороги тут такие. Заеду не туда и потом будем выбираться полчаса оттуда. Так, ну да, вот сюда нам надо. Аванпост у нас где-то внизу. Я думаю, нам стоит уже здесь припарковаться. Хотя, да, можно было, конечно, съехать чуть ниже. Можно было вообще ворваться туда вместе с нашим пулеметом, который сверху стоит. И всех там перещелкать. Ух ты, тихо. Я прямо уж слишком врываюсь. Ну, просто со снайперки, конечно, мне не хочется их всех убирать, потому что было уже. Это мы уже видели. Слушайте, интересный аванпост. Какие-то тут строения... Нет, ну, строение-то это стандартное. Мне вот это нравится. Вот тут леса какие-то. Строительные или что это? Ага, внизу сигналка. То есть нам стоит отключить ее первым делом, конечно же. Но тут у нас тяжеловесы. И всякие снайперы. И я чувствую, что еще много тут таится. Много таится интересного. Интересно, они... Да, конечно, он заметит. Я думаю, вот этот... Да и тут все заметят. Все заметят, если я уберу вот этого снайпера. Да. Все заметят, поэтому я сейчас попробую спуститься. Как призрак. Как невидимая... Невидимое острие правосудия. И где-нибудь здесь вот как-нибудь, боюсь, сейчас спрыгну, тот меня заметит. Пока я в кустах, он хоть меня не видит. Там машина еще едет у них. Так, ну ладно. Я думаю, что все-таки стоит нам. Yes. Так, этого мы забираем. Обоих забираем. Здесь было двое. Так, быстро сигналочку выключаем. Отлично. Всю сигналку выключили. О, да. Это отлично. Хорошо, что он не успел никого предупредить. Так, теперь забираем снайпера. Отлично, никто не услышал. Выдвигаемся дальше. Пока что все идет отлично и даже лучше, чем я планировал. Меня не волнует, я укокошил тяжеловеса. И даже того, двоих укокошил. Сначала стреляй, потом задавай вопросы. Вот, на этих двоих, конечно, спрыгнуть было бы очень хорошо. Но я опасаюсь, что они здесь не одни. Очень сильно опасаюсь. О, они отошли отсюда. Я думаю, в доме может кто-то быть. Почему они там столько времени стояли, а теперь решили уйти? Ну ладно, главное, что я очистил верх. В доме я пока никого не вижу, кроме вот этого рубаки, которого, в общем-то, можно снять. Можно снять, зайдя в дом. Но нас палит вот этот парень. И еще остался вот тот парень. Все равно меня терзают смутные сомнения. Мне кажется, здесь есть еще кто-то. Хотя скольких мы убили? Четверых? 4, 5, 6, 7. Ну, семеро достаточно, конечно. Для того, чтобы защитить любой аванпост. Я бы не хочу спускаться, но, видимо, придется. Ух ты, елки-палки. Я так резко спустился. Кто-то на машине едет. Прячемся. Фух. Не увидели. Он увидел. Здесь есть еще варан, кроме этого. Так, мы убрали того. Ну, в общем-то, осталось убрать всего парочку. Жопа. Нет.
Yes, точно, вот еще один был. Я так и знал. Я так и знал, что здесь еще кто-то есть. Стоп, 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 стоп. Да, я промазал, я плохо прицелился. Не стоит так больше делать. Отлично. И осталось убить одного. Всего один парень. И аванпост будет захвачен на пятерочку. Ну, практически на пятерочку. На пятерочку я считал бы, если бы этот захват произошел совершенно без какой-либо тревоги. Да, это, конечно, пятерка с плюсом, но это, да, это, конечно, наверное, твердая пятерочка. Пятерка с плюсом, это перебор. Такс. Ну что же, нам открылась миссия охоты. Давайте посмотрим, что это за миссия охоты. Аванпост наш. Хочешь еще... Три медведя мешают проходу, убить их из пистолета. Ну что, медведи против пистолета? Пойдемте посмотрим, что они нам предлагают. Оу, да, здесь придется спуститься по нашей фирменной технологии. Хотя я уже выучил навык на снижение урона от падения, я думаю, он должен работать на отличненько. Так, пистолет. Скоро я тебя... Я думаю, что мне выкинуть. Я думаю, выкину бычка вот этого, потому что... Ой, ну не нравится он мне, честно. Плохой дробовик какой-то, слабый совсем, начальный, в общем. Лети-ка ты куда подальше. Нам дали пистолет и всего лишь 72 патрона к нему. 71, чтобы убить... попытаться убить медведя, и последний для нас. Так. А вот и медведи. Разрядили одну обойму. Разрядили вторую обойму. Вторую обойму еще не разрядили. Ох ты, елки-палки. Медведи, это жестко. Медведи, это опасно. Медведи, это очень опасно. Медведи, это страшно. Медведи, это больно. Медведи, это травма опасна. О, это прямо какой-то жестокий челлендж. Ха, дождите-ка, что это? Тупой медведь не может залезть на камни. О, так, хорошо, спокойно. Все в порядке, нам остался всего один медведь. Всего один медведь, и всего 16 патронов. Ну отдайте-то еще, вы что, издеваетесь, что ли? Или что, мне за патронами еще идти дополнительно? Дайте патроны. Эгей, ребятки. Слушайте, никто не хочет нам дать патронов, у нас сколько? Ну сколько у нас, покажи нам, сколько патронов. У нас всего что, 9? 9 патронов и еще одну обойму и 9. Я думаю, знаете, как сделаем? Вот так. Нет. Так не получится. Ну что же, ладно. Ладно, понятно. Мы будем менее расточительны. Я просто думал немножечко снять хп им. Что же, ладно. Раз у нас... такие жестокие и жесткие условия, и убивать медведей нужно только с этого пукла. Хотя, ну конечно, я знаю, можно сейчас пойти и достать другой пистолет. Ну нет, мы так же не сделаем, правильно. Это долго и нудно, и неинтересно. Мы будем пытаться уничтожить медведей только так. Ух, нифига, видали, прям дырки. Дырки остаются. Быстрее. Yes. Скорее. Ух, готов, один готов, так. У нас есть еще второй, который тоже услышал выстрелы и теперь бежит на нас. Контрол. Скорее, отлично. Быстрее перезаряжаем. Ух ты, елки. Нас на землю повалил. Отпрыгиваем.
Да что же не реагирует-то никак? Убили? Ох, мы его убили. Ну что ж, теперь у нас патронов намного больше. Последнего медведя мы убьем с точностью. До каждой пули. Вставай на дыбы, зараза. Вставай давай на дыбы. Да, что-то этот бедняга совсем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я думал, я хотел дать ему шанс, но нет. Но нет, он очень зол, очень зол. О, победили. А что на табличке написано? Осторожно, не входить в заброшенные шахты. А, горы полны мин, заброшенных 60 лет назад, не рискуйте жизнью, входя в эти шахты. Они небезопасны. Да ладно! Какие тут могут быть мины? Напоминает анекдот. Да ты шо, какие тут могут быть медведи? О, мы нашли реликвию. Нашли какой-то ящик с кубинской сигарой. Чего бы он тут мог делать, я даже не знаю. Ладно, реликвию мы нашли 12 из 120. И теперь время определиться, куда мы отправимся на этот раз. Открылась ли нам какая-нибудь интересная миссия? Ну, что-то я не вижу, чтобы она нам открылась. Пока что все скучно совершенно. Нигде новых миссий, таких мини-миссий нету. Поэтому отправляюсь я в аванпост под названием «Рыболовное хозяйство Крига». Как же нам туда отправиться? Надо бы взять машинку и как-то вот... как-то вот вот так вот здесь вот как-то вот пройти вот сюда. В общем, нам сейчас направо нужно. Направо и наверх. Ну что же. Пойдемте. А, как бы нам отсюда вылезти? Плохо было бы машинку нам заиметь. Или катерок. Или лодку. Или... о! Багги. И джип. Я возьму багги. Багги он порезче, пожестче. Потому что джип-то без пулемета. Как он нам поможет-то? Да никак. Поэтому я возьму багги. Ух, вон как пробуксовывает хорошо. И в гору, наверное, тянет просто отлично. Да, о, как еще и с ускорением. Не то, что там какие-то гадкие пробуксовки. С ускорением. Вот так. Давай, 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 заезжаем, заезжаем. Отлично. Еще выше, еще злее. Давай, 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 направо. Что тут горит? Наркоту мне сначала показалось, что жгут. Нет. Да, надеюсь, мы быстро доберемся. Хорошо, что не врезались в этих идиотов. Здесь быстренько доберемся до туда. Так, стоп, здесь, похоже, мне нужно срезать. Потому что... о, там реликвия какая-то. Ладно, пенсия. Мне не нравится собирать реликвию, потому что это утомительно и вообще неблагодарное дело. Так, что-то мне подсказывает, что этот утес не просто здесь так, а он для того, чтобы здесь спрыгивать. Ну, или залезать. О, горы синим отсвечивают. Ну, понятно, в общем, где реликвия, где-то там в горе. Так, ну что же, рыболовное хозяйство Крига вон там. Я думаю, нам стоит расправить свои крылья. Да. И сделать это прямо вот так. Ну что же, может, сделаем дерзкий налет? Я думаю, дерзкий налет будет веселым завершением нашей... оу! Дерзкий налет получается не совсем дерзким. Хотя... ух ты, елки, палки! Скорее! Отстреливаться! Ой-ой-ой! Вот это же тяжеловес! Лечить, лечить, лечить! Фух! Так, отлично! Лечение уже сделано! Лечение! Кто нас опрокинул? Кто нас опрокинул? Объясните мне!
лечить, скорей! О, боже мой. Тихо. Стоп, стоп, стоп. Небольшая передышечка мы должны сделать. Сделать медицинские препараты, потому что... Да не та кнопка. Применить нажал. Что ж такое? Изготовить, 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 изготовить. Фух. Так. А теперь погнали. Погнали, погнали. Ух ты. Скорей. Прорываемся. Прямо через... Еще один тяжеловес. О, нет. Хватит с меня. Хватит с меня тяжеловесов на сегодня. Так. Так. Их осталось двое. Их осталось двое. Пусть их будет двое. Где он? Где он? Я вижу, где он где-то здесь. О! Скорее зарезать. Зарезать его. Так, ждем второго. Ждем второго. Ждем второго. Ждем второго. Да. Ох. Его тоже уделали. Так. Наша волшебная будка обхода. Сколько еще осталось? Ух ты, они что, тяжеловесы с собой привезли? Так, вот это жестко. Ну ладно, ничего, ничего. Еще не с теми справлялись. О, здесь пулеметик. Давайте заменим нашу ерунду на более мощное оружие смерти. Так, где-то там кто-то бегает. Я его вижу, вижу, вижу. Вон он идет. Идет, идет. Стоп, а что это такое? О, можно залезть. Ну давай. Ага. Залезли. И мы в домике. Ха-ха, мы в домике. В домике, дурачье. Так, ладно. Где? Хватит веселиться. Время убивать! Ха-ха, да. Вот тут. Ты говнюк, говнюк. Скорее, резать, резать его, резать. Ух ты! Уколимся. Пулемет, пулемет наш. Фух, перезарядимся. Так, тяжеловес сюда не доберется. Не доберется. Ведь не доберется же. Ух ты, там кто-то в клетке еще. Привет, глупец. Подходим с севера. Еще кто-то идет. Ладно. Тихо, тихо, тихо. Готов, готов зарезать тебя. Ха, еще пришли. Ну что же, ребята, я разжился пулеметиком. В очередь, сукины дети, в очередь. Ух ты, там парень с пулеметом. Мы его убрали. Этого мы тоже убрали. Ничего себе, сколько вы их понавезли. Вот это вы даете. Вот это многовато. Перезаряжаемся. Волшебный спуск вниз. Защитит нас. Ой, ну и разброс у этого пулемета. Какой-то кошмар. Так, там два тяжеловеса. С ними так просто не справиться. Так вы еще и с воды. Вот это да. Так, осталось два тяжеловеса. Вот они. Вон они идут. Сейчас сначала расправлюсь с тем. Где он тут у нас? Где? Где ты, говнюк? Я тебя найду. А, так это не тяжеловес. Обычный бородатый дурак. Так, остался... Остался один, второй. Ну что, дерзкий выход? Да, дерзкий выход всегда оправдывается. И зубная паста в качестве награды. Неплохой вариант. Да, и еще один. Но с этого уже у нас метамфетаминчик выпал. Ну что же, это был очень дерзкий захват. Они призвали всех, кого смогли, но в итоге... А он пост все равно остался за нами. Ну что же, у нас есть некая охота. Давайте немножко заглянем. О, они там забуксовали, ребят. Посмотрим, что это за охота. Леопарды покалечили собаку местного жителя. Используйте огнемет, чтобы сжечь их живьем. Ух ты! Ну что, ребята, я думаю, это будет отличным завершением наших похождений. Пойдемте раздобудем огнеметик и разделаемся с леопардиками. Что-то они довольно далековато расположились. А, этот мост все время поднят, что ли? Перепрыгнем? Я думаю, перепрыгнем. Оу, да, Джейсон еще не то перепрыгивал.
Так, ну что, подбираемся, подбираемся, все ближе. Кого-то я там видел? Надеюсь, это свои были. Сейчас пулеметик как раз заменим на огнеметик. Да, давай-ка. Давай нам, парень, поддай-ка жару. А что, перезаряжаем? 340. Так, ну все, мы заполнились по полной. И теперь идем за леопардами. Где же вы, ребятки? Я найду вас. Найду и сожгу. Кошмар, кто дает такие задания? Именно сжечь. Сжечь. Ну что, я вижу одного леопарда и второго. Я думаю, самое время начать поджигать сельву. Главное самим не сгореть. Да-да-да, главное самим не сгореть. Подлечимся. Гори, гори. Моя звезда. Главное самому не спалиться. Ой, ой-ой. Не подходи ко мне, леопард. Не подходи. Ой, ой, туши, туши, туши. Эй, да они убегают. Они не хотят. Не хотят. Ну-ка, иди сюда. Да, вот так вот. Вот так вот. Не приближайся к парню с огнеметом. Один есть. А вот и еще один. Парню с огнеметом даже не подходи. О, беги прям в огонь. А, мы опять горим. Опять горим. Немножко, немножко подгорели. Поджаренный Джейсон. Давай, 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 давай. Прям на меня бросайся. Вот так, еще один. Вы посмотрите, мы тут все выжгем скоро. Так, перезаряжусь. У нас остался последний. Это тот, похоже, который убежал. А, нет, тот, который убежал, он догорел. Надо найти, наверное, того, которого мы в самом начале увидели. А, вот же он. Ну и куда ты убегаешь? Все. Готово. Все выжжено. И горит. Ну что ж, мы сделали эту миссию. Отомстили за чью-то семью. Надеюсь, это было все не зря. Леопардики не просто так пострадали от наших жестоких рук. И вот такой красивый погожий день. Я заканчиваю 6-й выпуск Страстей по Far Cry. Надеюсь, вам всем понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Комментируйте мои видео, рассказывайте друзьям. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.